Владельцы магазинов обязаны следить за состоянием кровли и придомовой территории. Ни сосулек, ни мусора быть не должно, иначе штраф. Сотрудники управления муниципального контроля городской мэрии вышли в рейд, чтобы проверить, насколько тщательно бизнесмены исполняют обязанности. Здесь у продуктового в районе сортировки довольно чисто, но наледь не убрано. Это замечание. Территория перед торговыми объектами не должна быть захламлена ни поддонами, ни тарой, ни строительным мусором. Очищать площадки должны собственники помещений. С января 2019 года введена административная ответственность. Предусмотрено за данное нарушение наложение штрафа, за наледь, да, за непроведение уборки наледи штраф до 120 тысяч рублей. За складирование на территории, которая для этого не предназначена, до 100 тысяч рублей, в зависимости от формы. То есть физическое лицо, должностное, юридическое и так далее. Практика уже сложилась. Рейды по наледи в зимнее время года проводились ежедневно. Составлено 106 протоколов на общую сумму в 600 тысяч рублей. Адреса для проверки специалисты выбирают, исходя из обращений жителей. Оставить заявку можете и вы, лично посетив мэрию, позвонив по телефону или отправив электронное письмо. Фото доказать, отмечают чиновники, ускорит решение вопроса. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.